Вас пора расшевелить. Я же всегда нарушал правила. В этом мой шарм, моя уникальность. Рада, что вы довольны. Дело элементарное, но все равно спасибо. Мы очень торопились. Неправда, мы же не бежали. Хотите сказать, вы чисты? Как стеклышко. Вы помните имена всех женщин, с которыми спали? Нет, а вы? Дочь, о которой я не знаю? Всего одна, папа. Вы зовете себя человеком народа, верно? Не зову, я им являюсь. Но когда доходит до дела, для вас действуют одни законы, а для остальных другие. Питер Лоуренс притворяется. Вы скажете мне, кто вы? Такого волнует правда. Я прищучу Питера Лоуренса раз и навсегда. Если он относится к правым, это не значит, что он преступник. Ты знала, что у отца есть любовница, или не хотела знать? Я знаю, насколько ты мне предана. Но я должен знать, что ты не изменишь показаний. Я тебе нужна только, чтобы складно врать? Я вас знаю, Питер. Думаете, таких популярных, как вы, не увольняли. Но при случае я докажу, что вы ошибаетесь. Все политики хотят стать премьер-министром. Без исключений. Пришло время для совершенно нового подхода. Мы все застряли в лифте под названием Питер Лоуренс. Да вы просто по уши в дерьме. Пресса не поможет. Скорее, Гудини. Я не часть твоей жизни. Меня не существует. Ты лично задумал меня уничтожить? Разве вы не знаете, правосудие всегда побеждает? Правосудия нет, Данкан. Есть Министерство юстиции. Вы готовы? Жду с нетерпением. Что мы с тобой оба успели понять? Если все отрицать, тебе все сойдет с рук.